Снег не успел замести следы преступления. В четверг местные жители во дворе дома номер 69 по улице Минской обнаружили тело женщины. Сейчас оперативники устанавливают ее личность. Известно, что под деревом труп пролежал не более суток. На месте работает следственно-оперативная группа. Проверяют одну из квартир близлежащего дома. Именно там, по мнению специалистов, могли быть нанесены смертельные увечья. В подъезде следы крови. Имеется и подозреваемый. Его допрашивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105. Убийство. Известно, что погибшая женщина средних лет была буквально выброшена на улицу в обнаженном виде. Определенные мероприятия лицо, совершившее преступление, по сокрытию тела выполнило. То есть действительно тело было сокрыто под ветками, под листвой, уже немного припорошено снегом. То есть я так понимаю, что виновный рассчитывал на то, что тело обнаружено будет не сразу или не будет обнаружено вовсе.